Дорогие друзья, когда вы видите такой маленький коробочек возле кассы, который слезливо собирает для маленьких детей, знаете, что в основном эти деньги идут конкретно людям, которые катаются на Роллс-Ройсах, живут очень припеваючи, и только маленькую часть, ну, вот, видите, отправляют 10 рублей. Но надеюсь, что хоть эти 10 рублей дойдут до детей.